Всем привет! Компания «Уральская усадьба» представляет. Сегодня мы заменили поликарбонат на теплице арочная крепыш 3М. Не нашего производства, мы просто поменяли поликарбонат. Поликарбонат пришел в негодность, теплица стоит 3 года. Вот такой вот поликарбонат сняли мы с теплицы. Весь потресканный, полопатый. Положили новый карбоглаз 0,8 плотности премиум, 4 миллиметра. Вот 20 лет на него гарантия. Оцинковая термошайба. Теперь теплица прослужит еще дольше, чем положено. Отзыв клиента о замене поликарбоната. Да. Значит, теплицу поставили 3 года назад. Ставили киргизы, первая теплица, опыта никакого нет, поликарбонат, конечно, который подешевле. Вот в результате через 3 года пришлось менять, и, естественно, сейчас уже с толком начала подходить к этому вопросу. И вот остановилась, ну, совершенно случайно увидела в газете объявление «Уральской усадьбы», позвонила, все культурно, вежливо, хорошо. Мальчики, заказала поликарбонат карбоглаз. Мальчики приехали, все оперативно, без обмана. По крайней мере, когда сказали, тогда приехали, все сделали быстро. Надеюсь, что качественно. Ну, у нас по-другому не бывает. Будем надеяться. Если что, ловлю на слове. Значит, снова буду к вам обращаться, если что. Достаточно? Все, спасибо. Пользуйтесь, выращивайте. Приветствую всех подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня 5 октября 2017 года. Перекрытие теплицы арочная 3х6 неизвестного производителя. Неизвестно, из чего сварено. Ну, из профильной трубы, конечно, 20х20. Освежили теплицу зеленой краской и перекрыли, только поменяли поликарбонат. Актуаль Био, 4 миллиметра, 10 лет гарантии на него. Установили двери, фурнитуру, крючочки, шпингалетики. Теплица простояла 8 лет. Шаг 2 метра. На том торце только форточка.